Вики игрушка хорошая. Папе тоже хочется поиграть. Опасаешься? Игрушку свою не отдам никому. Такая гантелька нужна самому. Ты возьми такую гантельку и потяни у нее. Возьми. Потяни. Вик, ты, во-первых, не даешь заправить постель. Во-первых. Да, с этого начнем, Вик. Вот. Во-вторых. Чтобы постель была чистая и шелковистая. Потому что Вик сегодня тоже такая же будет. Даже лапой уже за нее схватилась. Отец, ты вообще не понимаешь, отдай. Отец! Вот так, да, Вик? Гантелька хорошая, да? Хорошая игрушка очень. Все, ладно, ладно. Мы пойдем тогда, Вик, вкусненький чай пить, а ты сиди тут. Вика, ну, так... Вика такая, не делай мне нервы. Хорошая, хорошая девочка, хорошая. Все, Вик, сыграй.